На автодороге Гай и Реклинская столкнулись ВАЗ и Тойота. Водитель 12-й не справился с управлением и выехал на встречку, где и произошло столкновение с иномаркой. В результате аварии девушка-пассажир скончалась на месте. Водителя отечественного автомобиля и пассажира Тойоты увезли в больницу. На трассе Оренбург-Казань в ДТП попали ВАЗ и Митсубиси. Автомобиль ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой. В результате происшествия водитель ВАЗ скончался. Пассажир Митсубиси получил травмы. По факту ДТП проводится проверка. В Оренбурге по улице Карагандинской произошла авария. Рено врезался в ВАЗ. Внедорожник Toyota попал в сугроб. Водитель решил срезать путь, проехав по полю, но застрял в снегу. Автомобиль вместе с пострадавшими вытащили при помощи спецтехники. На трассе Самара-Бугуруслан столкнулись две «Калины». Водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП погибла женщина и ребенок. В Саракташском районе пенсионер сбил пешехода. Женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пострадавшую увезли в больницу. В Оренбурге очевидцы засняли, как на одной из улиц города у троллейбуса искрятся провода. Будьте бдительны на дорогах.